На территории муниципального образования в период 2006-2012 года было признано аварийных 6 многоквартирных жилых домов. Осуществлено переселение из Ленина 15, Крымская 68, Октябрьская 49, это в поселке Джигинка, часть 5 квартир, Горького 27. В настоящее время остаются на территории муниципального образования 2 многоквартирных жилых дома. Это Кирова 88 и Горького 27, поселок Витязева, 5 квартир. До конца года 2 дома будут переселены в новое жилье. Больше у нас домов, признанных аварийных, на территории муниципального образования нет. Вообще, что касается этой программы, это капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда и переселение. Всего из Краснодарского края 5 муниципальных образований, которые попали в эту программу. В этом году было как никогда жесточайшее условие участия в этом фонде, но мы попали. Программа, она успешно реализуется, нареканий и жалоб от тех людей, которые вселились, сейчас в данный момент отсутствуют.